Привет всем, дорогие друзья, с вами я, Сав, Пати Трю. Как помните, продолжается мув пуш 50 тысяч трофеев, и сегодня мы с вами будем апать 46 тысяч, друзья, да. Let's go, каточку за мэдди. Остается 23 кубка. Ух. Вы не представляете, как тяжело мне было списать это приветствие, потому что... Я сбивался постоянно на всем привет, дорогие друзья, блин, до сих пор сбиваюсь, потому что, блин, у меня это засыпалось в башке, и... Я хочу, чтобы это звучало четко, и вам было все понятно, блин. В итоге это звучит как-то скомканно. Ладно уже, пофиг. Так, Макс, не крысь. Иди нахуй. Нет. Ну нет! Шлюха ебаная. Ладно. Ох, репси. Как у вас дела, пишите в комментариях. Думаю, что после пуша 46-ка немного отдохну пару дней, после чего уже вернусь к пушу, буду апать 47, 48, 49 и 50 тысяч, дорогие друзья, да. Такая вот тема. Да, он на Стю, блядь, сейчас он, блядь, пидорас. Ну зачем надо было так делать? А ну для чего, Стю, мудак? Ну мог реально затимиться, пидорас ебаный. Надеюсь, ты... Смотрю, что я стю, блин, до нуля, нахуй. Ладно, ребзи. Надо меньше негатива, блядь, больше позитива, нахуй. Let's go. Макс, ты чё? Макс на 6 так офигеть, блин. Даже подать уже не могу. Так, Гром, иди нахер. Тимся, да, он. Хорошо. Хорошо, так. Фрэнк, иди нахуй отсюда сейчас. Да нет, что подраз с вами. Он честер убивает, да? Нелли Макс. Конечно, плохо то, что, блядь, у нас 5 человек в тиме, потому что, блядь, надо Макс забирать у нее все банки, чтобы Макс нам помогал, иначе она нас всех закрыть, потом, блядь, мы ничего не сделаем. Вообще, Гром лишний здесь, он даже без старки, блядь. Даже без старки. А про Герсе вообще молчу. Так, ну, вольта, изи, боже. Окей, так. Фэнг еще надо забирать, давай. Фрэнк еще, давай, Фэнг еще. Так, Макс забрал чистера. Как раз таки на... Шува. Да ладно. Ладно. Чистер вход крыс оказался, да. Ладно, бог. Жалко, ты просрал, бог. Оп! Оп! Пацаны, палец. Ладно, нормально. Нахуй своим дизлайком. Жопу себе засунешь. Шлюха ебаная. Так. 15. А, я же два кубка. 17 трофеев, ребят. Ладно, пофиг. Ролик будет идти дольше. На пару минут. Ну и ладно, чем планировал. Я планировал, в общем, ролик на минут 10, 12. Но в итоге он будет, наверное, минут 15-10. Ладно, пофиг. Это зависит от времени. Сколько катка будет длиться. Где звук? Звук лучше. Так. Смотрите. Опять-таки, пишите в комментариях, что лучше сделать мне. Играть сейчас на твинке, либо пушить 5 пятерок, друзья. Пишите в комментариях, что лучше. Я пока еще думаю. Понятно, что я буду играть на пути стар, но опять-таки я хочу еще... чего-то интересного во время Путистар.
И основу, в принципе, можно дальше развивать, потому что, опять-таки, прокачка большая, не... Ну, прокачка очень хорошая, во-первых. Во-вторых, очень мало... Ну, не то, что очень мало, вообще нет 30 рангов, 35-х, поэтому надо их апать. Ой, поэтому где? Фиг знает, пока думаю. Апать ли 5 пятерок или нет. Чё ж не пустый даун? Ладно, похуй. Нам надо забрать эту ложку. Может, всё же. Ну. Топ-1, найс. И еще одна карточка ревизи топ-2. И будет 46 тысяч, хотел сказать, ровно. Не ровно на один кубок, на похер. Либо топ-3, останется один кубок ревизи. Это было бы неплохо, потому что давненько не смотрел видосов, когда остается один кубок. Либо на персонаже, либо там вообще в общих. Это было бы интересно, да. Так, ладно, забираем баночку. Гарюсь, иди отсюда. Тварь на бастере, а. Оп, нахер, оп. Надо бастер разберёшь, зараз, и банан. Присел пустой. Да, он иди отсюда нахуй. С ультой ебаны. Блюшечку он забирает. Он бесполезен абсолютно. Да не, это я. Спайк тоже надо забирать. Ну иди нахуй отсюда, ебан. Зеленый. Так, Рейди. Что же за позорные звуки, слышишь? Просто вырезать. Так, ладно. Топ-4, окей. Топ-3. Надо. Воробушка и Карлидзе. Бум! Ах ты, пидор. Хитро сделал. Что ты мне скажешь, чмо? Дизлайк, ребятки, топ-1. Я выхожу. Это 700 кубков, во-первых, да. Как бы давай до сутки ранг. На Мэнди. И let's go. Пам, ребят, 46 тысяч. Остается 4 тысячи трофеев, а именно 3997, если посчитать ровно. И, ребяточки, я достигну этой цели, а именно 50 тысяч кубов, которые идут с лета. Да и вообще уже давно. Все, ребят, удачи, пока-пока, скоро увидимся.